Всем привет, с вами снова я, Армастик. Сегодня у меня обзор что-то игрулю про... как его назвать-то? Робокрафт. Да. Давайте напишу ее в чате. Так. Вот так-то напишется. То есть это игрулю, где вы можете вообще хоть что построить и на этом воевать. То есть давайте там построим что-нибудь такое, да, прикольненькое. Все, так, пускай 4 в толщину будет. Давайте там для движения что-нибудь поставим. А, вот эту вот. А, вот так 4 колеса будет на нашей фиговине. Давайте удлиним даже. А то и фигля такая. Так вот будет. А, так, конечно же. Не знаю, давайте. Эти вот фигни поставим, что вот так выглядело сзади. А, так, поставим кресло, в котором наш робот будет сидеть, но он типа пилот ведь, фигли. Спереди, конечно, тоже поставим такую фигушку, что без неё-то. А, далее, ну, можно вообще закрыть нашего робота, вот так вот, чтобы его не было видно спереди. Также, конечно, ставим пушки. То есть вот так вот. Не обращайте внимания, что у меня еще есть всякие пушки. Да. Я с ними еще пока что не падался, так что. Так вот сделаем. Или что, не будем делать так. А, давай сделаем. Что? У нас в основном будет вперед палить, пускай. Так вот. Ну, сверху, может, и в бока поважать что-то, но. Или что? По идее, это нормально. Так вот. Теперь вот тут настраиваем вот такую фиговину. А вообще, вот попадание в свою же пушку не учитывается. То есть прострел идет. В себя попасть нельзя. Ну, то есть там будет такая фигнюшка, типа попал в себя, но это ничего не меняет, не ломает нифига. Так, давайте лучше вот так сделаем. Так вот, чтобы это все присоединено было. Соединено между собой. Так. Тут сделаем вот так вот. С той стороны тоже. А, вот такое вот что-то сделали. Так, возьмем пушек несколько поставим. Так вот. Так, так вот. Это получается 3, 4, 5, 6 пушек. Да, у меня есть еще несколько. А, ну, можно, в общем-то, добавить еще. Давай добавим. Так. Я лучше уж вот так сделаю тогда. Так поверну. Так, так. И вот так сделаю это все. А тут... Тут я все соединил. Да. Удивительно, я соединил. Да. Окей. Далее мне нужна еще пушка. И еще пушка. Как видите, тут уже 1, 2, 3, 4, 5, 6 пушек. То есть я довольно-таки уже неплохой. Такой у меня кораблик получился. Я не знаю, могу ли я поставить вот так сейчас. Нет, не могу. А тут тоже, в общем-то, не могу, да? Окей, в общем-то, вот так ты еще можешь сделать, вот тут укрепить всяко, чтобы броня как была хоть какая-то. Так вот, чтобы не все в пушке улетало. Тут внизу я сделаю, чтобы площадь поменьше была. Тут, так, треугольных же, кажется, нету. А, есть. То есть тут есть магазинчик, можно эти все вот покупать. Я не знаю, вот как поставить или нет, я недавно в этой игре. Так вот. Да, вот действительно. Так красивенько вышло. Давайте-ка еще вот тут. Так, так, так вот. Вот, зашибенно. Теперь вот тут еще. А, тут колесо. Хотя какая разница на колесо, наплевать полностью. Че? А, кубик не остался. Давайте еще купим. А, раз, два.
так вот подтверждаем, есть что вот но бабло, вот не Technology Points, и вот она фигня, которую я зарял. И, да, за реальное бабло. Но у меня она откуда-то взялась все равно. Да. Рифма. Рифма плет. Рифма шлеп. Так. Интересно, кстати, могу ли я еще вот так сделать сейчас? Куплю парочку. Интересно, если я вот так сделаю. Так вот. Все могу или нет? Поставить. Да ну нафиг, я могу. Так офигали. Пускай стоит. Так, вон на ту наведусь. Так, так вот, так вот. Так вот. Так, я думаю, зашибись, можно вступать в бой, можно нажать на букву Б и нажать вот сюда, либо через шоткий О зайти в батл. Тут дофига народу, есть всякие слова. Можно на них забить. Фиг знает, слышно меня сейчас или нет. Настроек звука тут нет. Нельзя звук настроить. Надеюсь, меня слышно. Че, ведем в бой нашу какую-то. Ой-ой. Окей, как видите. Окей, у меня сзади слишком много веса, так вышло, поэтому. Но мне надо было, как бы сказать, сзади поставить такую фигнюшку. Да, кстати, он не видит. Никто им подтолкнет, может левать. Такая вот фигня, я особо там ничего не сделал. Давайте слегка приулучшим. Так. Вот так сделаем. Так, это куб. Да, вот. И тут вот такую вот фиговину торчащую сделаем. Даже можно вот так сделать. И еще лучше сделаем. Так вот. Думаю, этого хватит. Также можно как-нибудь вот так вот сделать. Так вот. Я не знаю, по идее это больше мне не надо, но... Я не думаю, что я еще одну пушку сейчас... Я могу добавить еще одну. Что могу? Так. Можешь проверить, по идее. Так вот, так вот. Я смотрю вот сюда, то есть тут показывается как бы того же левела примерно люди. Да, я могу все-таки поставить еще пух. Тогда давай для нее место улучшим, да? А, так. Вот у меня будет вот такой треугольничек стоять. На нем будет вот так треугольничек стоять. На этом треугольничке пушка будет стоять. Тут вот такая вот фиговина. А тут пушка. Колес мне лучше чуть-чуть назад сместить. Потому что иначе может заваливаться и все такое. Как бы мне еще уложиться во времени сейчас быстренько. Так. Так. Успел. Сейчас, по идее, я уже не должен заваливаться, а также у меня целых раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь пушек. Это... В общем-то, это максимум для тьер первого. То есть, чтобы примерно с тем же левелом быть. Вот чуваки второго левела попались мне. Тьер. Так. Ну вот, как вы видите, уже более-менее есть, назад не заваливается. Вот. Если заваливается назад, то эта фигня срабатывает и ничего не падает. Палец целый кучи вперед. Вот, можно даже вот так попалить, чтобы вот вы видите, да, что через свои палец. Так.
карты тут очень большие, на самом деле. Просто большущие. О, у нас... А, это у них чувак сдох. Чё, зачебенно? Я ж подумал, он упал на нас. Так. Сейчас там кто-то был. А, игра сейчас в тестировании. Не помню, альфа или бета, какая разница, но... В общем, то, что вы видите, далеко не финально. Да. Вот, сбили этого чувака, если убьем, добил я. Отлично. Да, мне нифига не снесли. Так, он палит. О-о-о. Сейчас. Еще один килл. Еще один килл в нашу пользу. Нет, чувак, я его много бил. Видишь, у меня сколько? Пушечек. Так. В клонях там. Ой-ой-ой. Вот это плохо. Ой, чувак, вежливая персона у нас. Так. А, давай, помогай, помогай. Нифига себе вежливая, а. А, не-не, блин. Меня радуют такие люди, то, что они помогают. Блин, у нас позор такой. Все, идите без меня. Окей, моя постройка сейчас не идеальна тем, что она на бок заваливается. И нашу базу еще захватывают, так что это вообще фигово. Так. В общем, это конец. Не, я попробую еще пожалуй. Окей, конечно, проиграли, потому что никто не дефил базу, но пофиг. Кстати, тот человек мог. Он мог меня перевернуть, но. Значит, у нас вся, весь прокол в том, что мы на бок заваливаемся. Там можно вот тут вот, вот взять и что-нибудь вот такое поставить. Так. Хотя тут можно было оставить тут треугольничек. Вот как-то его. Вот в этих местах поставлю защиту от падения. Так вот. И вот так вот. Тут тоже. Так вот. Так вот. Окей, мы во второй вылезли. Сьер, так что... Вот так вот сделаем. Тут защита будет работать, но... Так. Фигово она будет работать, да. Давайте вот так сделаем. Так. Так. Тут прицепим. Вот, теперь все намного лучше. Да. Есть различные вещи, то есть эти, они более легкие просто. Эти, они более тяжелые просто. Ну, брони они одинаково дают. Это чувачок, а вообще брони кастом дает такой слабенький. Но зато он очень легкий. А этот я его недавно исследовал. Он, ну, потяжелее этого, точнее легче в 3 раза. С этим он одинаков, но зато он дает больше брони. То есть у этого вы видите 20, у этого вы видите 10, и у этого тоже 10. Вот. Так. Извиняюсь. Я не ту кнопочку нажал, в тренировку зашел. Кстати, давайте я вам покажу тренировку. То есть тут тупо летают всякие боты, их можно подбивать.
Да, вот, можешь позбивать всяких ботов, можешь затрясти свой корабль. То есть давайте затрясим. Ну теперь бы тут на бок завалил. Курить вообще нафиг не валится. У нас наша машина единственный минус, она... Ну, сзади плохо валит. Так, теперь она переворачивается. В общем-то, теперь она намного лучше. Теперь надо дождаться следующего батла и зайти в него, в общем-то. Я думаю, у меня машина вышла неплохая. Ну, сойдет, в общем. Да. Кстати, давайте вам это... А почему я не рекомендую вот такие вот ставить? Потому что они палят только в одну сторону. То есть это... Ну, не всегда хорошо. Тут можно в одной позиции туда и туда и туда палить при моем расположении. И некоторые даже назад палят. Эти же будут только в одну сторону. То есть вот видите... Они, конечно, бока поворачиваются, но этого мало. Всего лишь вон 160 градусов. Так. Затем есть такие, как сидушка для пилота, то есть она и все, что к ней присоединено. Это ДПшница в битве, если ничего не присоединили, надо присоединить. Это фонарик, я не знаю, зачем он, кроме фонарика вообще нужен. Кроме того, что он светит. Ну, мне это не нравится. Потому что это нафиг не надо. А радар он наводится на ближайшего врага. Эти ребята, они тупо ел вперед не поворачиваются. Эти ребята поворачиваются на 50 градусов. Это турбина. А это чтобы летать, знаете, там в аватаре было. Так. Буква О. Окей, вот мы попали в батл. Эпни батл. Вон наш космонавт сидит. Робот. Фиг знает кто вообще. Давай. Все, погнали, отлично. Я отдельно от всех, что ли, еду? Блин, я не хочу. Да вы что, гоните, он уже один слился. Ну, вышел. Карность. Главное то, что это не есть хорошо. Пока что все окей. Я чё, тогда их баз, что ли, доехал должен? Чё, гоните? Да, я реально доехал до их базы. Что-то это слишком уж. Я не буду палиться, не буду заезжать на вас, хотя... Спалился. Окей. Была версия. Окей, вон их чувак, сейчас заимбуем его. Так. Скажи привет папочке. Эти маленькие. Так. Окей, тот чувак уже вылетел. Так. Ага, вон они. Я вот тут выйду. У меня такой клевый имбовый корабль, что... Переворачивается.
Да, корабль. Это вообще будет как назвать. Нас осталось двое, вон там какой-то такой чувак стоит на месте. А, нет, он не... А, все, он слился. Подожди. Да ну на! Да ну! Это я скольких завалил там? А! Вот это лол! Вот так красиво он чинится. И кстати, насчет технологий. А, вот тут вы можете исследовать все новые и новые вещи. Вот. Они за техпоинты, вот эти вот технологии поинты. Все, ты тут все можно исследовать. И это можно. На всем указано, сколько эта вещь стоит. То есть вот так тупо тыкать. Все, исследовал. Ой. Сосуль купить на букву С, то есть. Вот это вот. Покупка. Инвентарь. И исследование. Бэтл, гараж, то есть тут наши эти. А, робот-хранилось, то есть тут у меня ничего. Тут вот этот робот. А это купить премиум и... Ну и купить вот эти вот фигни. В общем-то, я много вам рассказал и... Знаете, мне... Мне очень-очень нравится эта игра.